Ох, 20-летнему зумеру я бы пожелал, ну, помимо того, чтобы быть счастливым, не поддавайтесь моральным паникам со всех сторон, как слева, так и справа. Старайтесь сохранять холодную голову. Не расстраивайтесь, если у вас что-то не будет получаться, а у вас обязательно что-то в жизни не будет получаться. 20 лет – это возраст, когда нормально делать ошибки. Не нужно делать их специально, разумеется, не нужно искать оправдания тому, что у вас, что вы совершили какую-то ошибку, да? Но не нужно опускать руки. К ошибкам нужно относиться как к чему-то, что хотелось бы не допустить, но они у вас обязательно будут происходить, и относитесь к этому нормально. На ошибках можно учиться и нужно учиться. И очень важно, чтобы вы на них учились, а не искали им оправдания. Это не одно и то же. Вот часто люди думают, что приняв себя и приняв ошибки, которые они совершили, они таким образом совершенствуются. Это не так работает. Нет. Да, принять себя абсолютно необходимо. Вот принимать свои ошибки не нужно. Нужно просто переступать через них и двигаться дальше. Это не одно и то же. Не нужно оправдывать ошибки, которые вы совершаете. Просто переступайте через них и идите дальше. И это самое важное. И самое главное, последнее. В 20 лет, знаете, если вы загуглите, есть графики, когда у человека происходит допаминовый провал, да, когда человек чаще всего страдает от депрессии, вот вы сейчас вступаете буквально в этот возраст, в 20-летнем возрасте, часто задумываешься о каких-то таких вещах, которые запрещает Роскомнадзор, и я хочу вас абсолютно уверить, что все трагедии, которые вам кажутся, ну, непоправимыми сегодня, в 20 лет, все неудачи, которые с вами могут произойти, они в большой картине мира, в вашей жизни не будут значить вообще ничего. Точнее, чем больше времени с момента вашей неудачи, с момента какого-то события, которое вам кажется непоправимым, будет проходить, тем с большей улыбкой вы будете к нему относиться, тем проще вам будет его встраивать в свою историю жизни, и в какой-то момент оно станет интересным, добрым воспоминанием. Поэтому не отчаивайтесь, не опускайте руки и не совершайте каких-то поступков, которые будут непоправимы. Вот это самое важное, что я бы вам хотел сказать. Не нужно против человеческого состояния бороться, его нужно принять. Потому что в борьбе против человеческого состояния вы потеряете и человеческое в себе, и в итоге обязательно проиграете. Поэтому не делайте никаких непоправимых ошибок, живите, переступайте через боль, и вы обязательно будете счастливым. С днем рождения вас и спасибо за донат.